Ну что, всем привет. Что, продолжаем партизанов. Давай продолжить. Мы там, помню, на миссии были, освобождали пленных. Что ты делаешь, мужик? Это бабка какая-то какого-то мужика с портфелем там латает. Так, окей. Я хотел, по-моему, дать ей какую-нибудь пушку. Да, определенно. Давай я тебе перетащу ее. Шходи эти патроны. Так. Слушай, Санек, уступи даме, как говорится, окей? Тебя переключим потом на это. На дробаш. Так, В. Ты. Да подожди, убирать. Возьмешь сначала вот это. Отдашь Саньку это. Ну все, нормасик. Все вооружены. Не стани, подожди. Нам, по-моему, куда надо было? Куда-то там наверх. Ой, вчера записывал. Уже так точно не вспомню. Не, подожди. Найти старосту. Да, вспомнил. Он убежал, короче. И вот куда-то сюда, по-моему, убежал. Думаешь, это, конечно, хорошая идея так идти сюда. Ну, давай. Специальная сигнализация. Постарайся перейдить его. Кроме того, на карте могут быть установлены сирены, поднимающие тревогу в большом радиусе. Блин. Как бы так это обыграть дело? Здесь. Стой, прикрывай. Санька. Ты. Не торопимся. Сохранить. Что, понеслась, как говорится? Я знаю, что ты там это контуженный. Так, спрятанный играть. У нас тут свои методы. Так, мифрал. Беру его тихо. Не обнаружили. Кто тебя обнаружил? Не времени. Не мое это, прятаться. Мое. Слушай, ты можешь его просто ножичком в него? Это мне еще пригодится. Давай. Ну все? С этими всеми справились? Спокойно. Что у вас там было? Ну, кстати, да, я так что-то в этой миссии не лутался. Что-то форма. Типа, можно переодеться там в кого-то. Мертвый командир. Плохой командир. Я просто обыщу тут. Не сегодня. Не везет? Братан, да ты автомат нашел. Не везет ему. Какой невезучий, а? Не торопимся. Ну слушай, жир, конечно, нападало, я тебе скажу так. Тихо. Ладно, комрады, помогите товарищу потаскать, скажем так. Так. Санек. Ты. Я не знаю, держи гранату. Ты потаскай немного. Все, нормально, распределили кое-как. Ну что, здание зачищено. Что дальше давай? За старостой. Интересно просто проходить, так знаете, миссию за одного чувака. Не шуметь. Что там? Здание творится? Ну,
Ну да, конечно, тревогу не хотел, чтобы подняли. Так, если я зайду, уберу этого, когда этот выйдет. Да давай ты. Ты можешь, блядь, вот этого снять? Что с ним не так, блядь? Сдохни. Не торопимся. Нарывай. Братан, блядь! Давай вещи. Сейчас у нас. Сейчас поднимет тревогу. Никто ничего не поднимет. Я верно, Финка. Ты не переживай. Никто тут ничего поднимать не будет. Никто никого. Так. Кусты. Мои верные кусты. Здесь враг. Так. Блять, он куда-то, по-моему, там. Вот сюда, по-моему, он убежал. Ладно, пацаны, давайте, вы тоже сюда подходите. Пацаны, девчата. Давайте, только аккурат. Тут вроде, конечно, никого не тусовалось. Просто будьте рядом, как говорится, начеку. Надо быть осторожнее. Просто пока возможности не вижу. А, ну тут слушай один. Один там с бабкой какой-то разговаривает. Спрыгнуться. Так, у бабки сейчас, наверное, шок будет. Инфаркт, инсульт. Не подведи. Подготовь. Нормально. Надо деток к дому везти. О, умная женщина. Давай тут не будем палиться. Полежишь тут. Отдохнешь, проспишься, как говорится. Не торопимся. Так, все, бабка. Что, вроде в дом ходил, там детишек покормить. А, вот так вот. Ладно, давай дорогу пересеку. Так. Здесь. Да знаю, знаю. Отлежишься еще. Будь тебе такая возможность. Просто подведу поближе всех. Ага. Слушаю. Блять. Здесь враг. Ладно, нормально, этот чубрик вроде не видит нас. Ну все, давайте, стойте в кустах. Слушай, давай я просто посмотрю сейчас скиллы на командира, просто чтобы я мог в случае чего там быстрее переносить там и все прочее. То есть. Так, что ты даешь? Сокращение времени скрытного убийства полицаев, солдат вермахта. Значительное увеличение шансов победы в рукопашном бою. Отлично. Так, а ножик там метательный, бросок ножа. Это ж у него вроде уже качано, да? Да, это качано, а этот пока недоступен. Окей. Подожди, вот это. Увеличение вместимости вещмешка. Ну, кстати, тоже полезно. Много чего лутаем. Ладно, ну давай пока ближний бой. Так, остальным навыки я потом раскидаю. Может, пока вот этого комрада уничтожить. Или кто там выходит на улицу постоянно покурить. Лови, газ. Ага. Ничего там. Хреново вышло. Давай еще раз. Осторожно.
Ну, кстати, план рабочий. Закрыть за ним дверку. Проверить ножичек. А может даже, слышишь, Санек? Давай-ка немного бесшумней. Ты. Торопимся. Закрываешь дверь. Санек. Я смогу. Прямо отлично. Давай его. Оттачим немного. Вот. Сюда. Выкладывай. Все. Минус один. Надо было так сразу сделать. Так, и теперь тут надо... что-то придумать, как его взять. Давай нехорошего дядьку. Ну сколько здесь получается? Вот трое, четверо. Ну слушай, нам придется сверху обходить, ничего не попишешь. Так, внутри здания сюда же никто не заходит. Давай на шпухере постоишь. А, ты еще вроде боеспособная мадама. Санек, здесь не встанешь? Ладно, если что, будешь с подветренной. Спокойно. Сейф. Все, вы на прикрытии, если что. Так, я ж могу здесь обойти? Что он там делает? Он по бочкам копается. Так, а к тебе тут вовнутрь я не попаду, да? Ладно. Блять, ну куда ты попёк? Ты можешь здесь обойти? Нет, там типа слишком глухой лес. Тут он не может обойти. Так, ребята, я пока еще, конечно, продолжаю записывать, но я могу, наверное, не успеть сделать серию подольше. Вот. Так, ну, блядь, ну тут выманивать надо как-то, слышь. Блядь, ты можешь так сбоку как-нибудь приоткрыть эти ворота ебаные? Вот, и выманить этого засранца вот сюда. Блять, он глухой как... Он просто глухомань. Блять, что делать? Ну похуй. А я других способов не вижу. Ладно, давай. Как-нибудь гарантированно этого снимем. Я обнаружил. Беги. Встречаем. Давай. Я знаю, что ты не выходи. Собака. Блять, Санёк. Магит даме. Обхожу. Криво вышло, косо немного. Но прошу, нормально. Прошу, пощадите. Я делал только то, что велел комендант. Бермеер отдавал все приказы. Что еще за Бермеер? Это комендант Богачева, заведует продовольствием. Его еще называют картофельный фюрер. Это он назначает налоги и посылает солдат грабить деревни. Ясно. Его черед тоже придет. Как поступим с предателем, товарищ капитан? По мне, так надо его пристрелить прямо здесь, и дело с концом. Этого мало.
Предлагаю отвезти его на площадь и устроить прилюдную казнь. Как говорится, не рой яму ближнему. Стоит ли ради мести уподобляться врагам? И потом, представляете, как взбесятся немцы? А достанется местным. Вас послушать, так лучше вообще не сражаться. Кое-кто тут уже выступал с такой речью. Прекратить перепалку. По законам военного времени предатель приговаривается к расстрелу. И нечего вокруг него хороводы водить. Заметили. Вот и все. Это мне еще пригодится. А, давай, братан, подлечись, пожалуйста. Службе годен. Давай. Санек, ты тоже давай. Подлечись, пожалуйста. А, и ты типа уже как лечился, и ты типа поэтому не можешь. Очень больно. Ну чё, выживет. Так у тебя. У Санька давай. О, слушай, он прям полностью хильнул. И у него, кстати, дебаф исчез. Нормально. Так, бобрать тут вот этих, наверное, можем, да? А может, в атаку? Да успеешь, подожди, в атаку. Добро немного распределить. Как-нибудь хотелось бы. Кто, кто чем стреляет. Так. Санек. Так, ладно, давай пока даме, дадим ее патроны. Так, и чё? Пока так? Вроде всем воевать есть чем. Ну, определенно есть чем. Ладно, можно, я думаю, сохраниться. Здание посмотреть. Тут здания ничего такого нету. Там тоже смотрели. А ну вот, слышу, у них там складик какой-то небольшой. А, ну и все, слышь, кстати, вот можно уже на выход миссии идти. О, хавка. Капкан. Можем капканы ставить, ничего себе. Че, с этими кадрами разбираться будем? Ладно, в принципе, у меня времени не особо много. Надо еще сегодня эту серию поставить на монтаж. Вот, давайте уже не будем тут подбирать, там добирать. В принципе, нормально залутались. Все, да, мы завершили задание, мы сделали, что хотели. Правда, конечно, не всех перебили, но, блин, затягивать эту миссию еще там на серии 2-3. Я даже не знаю. Хорошо у вас тут. Кругом леса да болото. Здесь не то, что фашист. Сам черт ногу сломит. Только в лагере пустовато. И быт, я смотрю, не налажен. Готов рассмотреть предложение. До войны я работал завмагом. Много чего мог достать. И связи кое-какие у меня есть. Если хотите, я мог бы походить по округе. Попробовать наладить снабжение. Да, налаженное снабжение нам бы и вправду не помешало. Добро, приступайте. Ну вот, договорились. Меня какое-то время не будет. Вернусь денька через 3. Капитан, я так и не сказала вам спасибо за то, что спасли нас и казнили предателя. Мне показалось, мое решение вам не понравилось. Вы поступили согласно закону. Меня это более чем устраивает. Вот так. Короче, люди, спасибо вам за просмотр. Лайкосик, подписка. Всем пока.